И коридор, давайте, быстренько. Спаси, спаси. Побежали, ребят. Вот отходы есть. Да, да. Сегодня в программе у нас просмотр тренировки основного состава. И после тренировки тренер команды Владимир Валентинович проведет тренировку для наших детей. Поиграем? Да. Да, здравствуйте. Замерзли? Нет. Это ваши ворота. Вот наши. Лази, пожалуйста. Лази. Давай, 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 беги, беги, беги. Ой. Опа. Давай, давай, нападай, нападай! Дай мне, дай мне, дай! Сколько эмоций! Бегом, давай, правильно, правильно, давай, бегом! Давайте, пожали руки, как после игр! Молодцы! Давай, удачи, успехов вам, парни. Герой матча? Алло. Да. Ну и как тебе сделать? Понравилось. Второго тренера есть такая штука. 97 год, вы как раз играли. Да, да, подпишите? В Арсенале? Да, только нет, нет, в вашей фотографии почему-то. Да, своровали. Обалденная память, конечно. Вчера Игорь Владимирович Аксенов как раз бросил пару матчей. Ну, где мы, да, вот это 97-й год, где мы были участниками. Это была вторая лига. Ну, вторая лига, которая на кубок обыграла и «Факел» премьер-лигу 2-0, и потом «Ростов» тоже команды премьер-лиги 3-0. Спасибо за поддержку.